Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Так, приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade. И хотел сразу вам сообщить о том, что, прошу прощения за то, что видеоролики выйдет, думаю, завтра, и в районе 3 дней опять будет пропасть, если не 4, если опять что-то не произойдет. Просто из-за неполадок у меня не получилось. Я еще вчера хотел записать, но и у меня все ушло в унитаз, и хотел выпустить ремейк Kidnapped Girl. Но он в любом случае выйдет. Думаю, первым выйдут выпуски по Guilty Parade, а потом выйдут выпуски еще дополнительно. И дальше уже выйдут выпуски Kidnapped Girl. Вот. Надеюсь, вам понравится. И перед тем, как начнем, опять-таки, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, а то нас смотрят с подпиской только 55%, а это как-то не очень. Вам этого ничего не стоит, а мне приятно, мотивирует продолжать именно прям поддерживать сильный, быстрый темп выпуска видеороликов и более качественный, так как я стараюсь, так скажем, более бодрым, чтобы лучше говорить и так далее. Вот. Ну а теперь погнали. Хельга похлопала Руф по плечу, пытаясь ее успокоить, но та отмахнулась. «Не надо!» «Почему не надо? Ты живешь в своей фантазии, а я рассказываю о реальности!» «Ты тоже изменилась. Раньше ты не считала себя мужчиной. Ты не приставала к Хельге!» «Какого черта? Ты не знаешь, что творилось в моей душе задолго до всего!» «Ты тоже не знаешь, что я чувствовала раньше!» Глаза Долли заблестели от слез. Несколько капелек покатились по щекам. Она шумно вздохнула и прикусила нижнюю губу. «Ты перегибаешь палку, Руф!» «Не вставай, Немо!» «А, не встревай, Немо!» «Ты не права, Руф. Дорис хоть и странная, но хорошая. Ты же не знаешь, почему она так говорит!» «Не тебе меня судить! Я с самого начала только хотела помочь Хельге. Но смотри! Во что это вылилось? Вы все равно, Дорис, не виновата. Ты быстро меняешь увлечение. Вчера была Хельга, сегодня Дорис. Теперь тебя тела по мясисти привлекают. Мне уже хочется ей треснуть по башке. Дорис закрыла лицо руками и сдавленными схлипами выбежала из комнаты. Дорис снова показала себя во всей красе. Ввязалась в спор, а когда не смогла ответить, разревелась. Конечно, сейчас все бросятся ее утешать. Бедняжка Дорис. Руф опять тебя обидел. Руфус опять тебя обидел. Знаете что? Идите к черту. Если вам нравится носы слабакам... Утирать нос носы слабакам, то вперед. Я со всеми справлюсь сам. Надо. Какого фига это открывается? Руф широкими шагами вышла из комнаты и яростно хлопнула дверь. Хельга пошла за ней, ее лицо по-прежнему оставалось беспристрастным. Но я заметил, как плотно она сжала губы, когда встала с места. В воздухе витало ожидание, словно каждый из нас прикладывал ответственность за первое слово на кого-то другого. Мне тоже пора идти. Вслед за Гансом комнату покинул Элиас, Вольфганг и Яков. Оливер налил себе кофе и задумчиво посмотрел в окно. «Пока есть время, я должен расшифровать записи Вольфганга. Возможно, удастся в них что-то найти». Так, тут я скажу немножко, так скажем, про спойлерю. Я знаю о кое-какой интересной вещи. Ну ладно, сейчас. Нужно еще раз ознакомиться с шифром там, где никого не будет. Так. Сразу скажу, я знаю одной вещи, что сейчас у нас есть шанс выйти, так скажем, на путь любовной линии с Дорис. Да и Дорис мне сама нравится, прям она приятненькая. Так что да, мы попытаемся выйти с ней на любовную линию. Во-первых, это поэтому, кстати говоря, я отдал ей конфету, я тоже знал об этом заранее, что нужно было сходить за конфетой. Так бы, я думаю, я пропустил это. А сейчас нам надо ее утешить, чтобы выйти на ее, так скажем, шип-рут. Я не знаю, есть ли подобные другие руты по другим персонажам,
Это чисто узнаем мы только в следующих эпизодах и завершающей игре. Так как пока что о Руф именно, о возможном романе с Руф вообще ничего не известно. Но самое приятное, что в этой игре вот такие вот романтические отношения не на первом месте, а главное сюжет. Так, записи Вольфганга, это все понятно, давайте осмотрим вот это. Соль и соль. Однообразно, конечно, но мне нравится все соленое. Откуда мне это известно? Как бы... А, это... Убранство, плевать. Так, я могу, сейчас я из-за этого сохранился, посмотрим. Мы можем поговорить с Оливером. Ну вот, все поссорились. Дорис и Руф часто ругаются? Чтобы так сильно, нет. Мы вообще дружны. Яков тебя недолюбливает. Не он один. Тебе это не огорчает? О. Блин, подожди, ну ладно. Не знаю, если верить описанию грусти в книгах, то нет, не огорчает. Он реально какой-то безэмоциональный робот. Ты снова улыбаешься. А мне нельзя улыбаться. Еды навалом, солнце светит. Я не совсем понимаю. Вы и товарищи разругались, а ты даже неприятного осадка не ощущаешь. Не то чтобы ты должен. Не стоит меня отчитывать. Прости, я всего лишь пытаюсь тебя понять. Зачем? Для, в самом деле, почему я к нему подошел? Не понимаю. У тебя проблемы с эмпатией? Можно и так сказать. Блин. Дорис говорит, что я не испытываю негативных эмоций, поэтому плохо понимаю людей. Я не согласился и начал читать книги. Достоевский писал: «Широк человек, я бы сузил, но с ним я тоже не согласен. Мир кажется простым, в нем немало интересного. Внутри меня тоже все просто». Я улыбнулся. «Выходит, ты обрел своего рода гармонию? Иногда я грущу, что не умею грустить, поэтому не могу понять остальных и поддержать, когда надо. Но грустно так, что вроде и не особо грустно. То есть погрустил и забыл. Вот как». Оливер задумался и потер подбородок большим указательным пальцем. «Или не грустно?» «Это сложно. Надо хорошенько поразмышлять на эту тему. По крайней мере, щемящего чувства в груди нет. Ты странный, Оливер, но интересный. Ты первый мне это говоришь». Он широко улыбнулся. «Подожди, я могу назад? Я вот интересно, жаль, и нельзя тут...» Может, именно из-за этой особенности он казался мне лицемером? Ну как, кстати говоря, ну да. Когда он просто, когда перед тобой происходит куча плохих вещей, особенно с твоими товарищами, и ты улыбаешься, ну постоянно улыбаешься и... даже голосом не выражаешь каких-либо эмоций. Да, это может показаться, что ты лицемер, и эмпатии у тебя вообще нет. Ну или ты, ну, лицемер, имеется в виду, ты можешь легко подавить эмпатию. Поешь, пока все не убрали. А мне пора идти. Нужно написать новый отчет и проследить, чтобы Хельга сдала белье в стирку. Он похлопал меня по спине, затем бодрым шагом вышел из столовой. Ну что ж, теперь я буду надеяться... Мы можем сейчас быстренько сбежать наверх? Я очень надеюсь, что шанс появится. О, да. Вот оно наше ненаглядное. Ну что ж, вперед, помогать ей. Можно? Я указал на ступеньку, на которой сидела Дорис и тихо плакала. Она отрицательно замотала головой, и ее пальцы сильнее сжали юбку. Я постоял в арке, а потом нарушил запрет и все-таки устроился рядом с ней. Она сразу же отодвинулась ближе к перилам. Руф сказала это сгоряча, на самом деле она так не думает.
О, кстати, отлично. Наконец-то получилось все-таки арт сделать. Отлично. О, фуф. Ну, хоть на превьюшку пойдет. А ты откуда знаешь? Когда люди ссорятся, они часто говорят обидные вещи. Почему? Она сказала именно это. Дорис всхлипнула. Не знаю. Она сказала то, что думала. Ру зациклена на себе и видит изъяны только в других. А я ведь... Я... Дорис затряслась от сдерживаемого плача и осторожно погладила ее по голове и спине. Что ты? Ой, Омин, тебе это не интересно. Почему ты так думаешь? Почему? Потому что это никому не интересно. С чего ты взяла? Я же вижу, как ко мне относятся. Все смеются. Сначала я тоже не воспринимал поведение Дорис всерьез. Считал ее странным и весьма сложным человеком, с которым у меня никогда не получится подружиться. Что ты хочешь сказать? Я тебя выслушаю. Дорис опустила голову. Я знаю, что некрасивая, и во мне нет ничего особенного. Я всегда в тени других. Все совсем не так. Ты очень милая, Дорис. Она всхлипнула и... скинула голову, посмотрела на меня. Заплаканное лицо не лишало ее очарования. Я некрасивая, неуклюжая, вечно во всем сомневаюсь. Я стараюсь бороться с комплексами и недостатками. Внешность поменять невозможно, но я хотела, чтобы у меня внутри тоже был целый мир, как и у других. Понимаешь? Вот ты, Омин, такой удивительный, сообразительный, быстро принимаешь решения. Это здорово, а я так не могу. А как ты можешь? Не знаю. Нет. «Знаешь...» — Дорис нахмурилась. «Ты каждый день придумываешь новые вещи. Смотришь на мир под другим углом. Я так не умею. Так никто не умеет. Разве это не уникально?» «Это все неестественно. Ведь я думаю прежде, чем действую». «Ну и что? Все идеи принадлежат тебе, верно? Ты постоянно изобретаешь что-то новое, что-то необычное». Наверное, так оно и есть. Разве это не уникально? Я не знаю ни одного человека, на которого ты похожа. Это же напускное. А что ты чувствуешь, когда делаешь что-то по-своему необычное? Я, не знаю. Скорее всего, радуюсь. Вот видишь, в этом заключается твоя необычность. Ты думаешь? Уверен. А я не напугала тебя при знакомстве? Ты не подумал, что я сумасшедшая? Ну, сначала я удивился, но быстро привык. Я тебя сильно удивила. Оцени по десятибалльной шкале. На 10 точно. Ого! Дорис хлопнула в ладоши и улыбнулась. Спасибо, Омин. Ты прав. Зря я расстроилась. Постараюсь поскорее об этом забыть. Я рад, что теперь ты чувствуешь себя лучше. Дорис интенсивно закивала, а потом вдруг выпалила. Подними одну ногу, чтобы я видела подошву сапог. Зачем? Надо, просто послушай меня. Я отклонился к стене и поднял ногу. Дорис, придерживая юбку, сделала то же самое и слегка ударила мою ступню своей. Это я дала тебе пять. Она вскочила с места и протянула мне руку, чтобы помочь мне подняться. Спасибо, Омин. Большое-пребольшое. Я чувствую себя значительно лучше. Я тоже. Ой, блин, что я вижу? Засмущался. Ути-пути. Дорис некоторое время держала мою руку в своей. Ладонь была теплой, а ее смущенное лицо с красными щеками очаровало меня. Наконец,
Утеревшись подолом платья, Дорис порхнула в коридор, а я остался один, удивляясь, что каким-то чудом мне удалось подбодрить ее. Ну что ж, отлично. Дальше, кажется, уже не сильно будет важно, встретим мы ее или нет, но я знаю еще одно место, где дальше мы сможем ее встретить. Так мы сможем выйти на хорошие такие вот интересные пути. Это чисто так, чтобы просто вам сделать все интереснее. А то чаще всего люди, ну так скажем, ну, проходят игру, да, в первый раз, и многие интересные вещи просто пропускаются. А я решил, ну а чё бы не посмотреть, как там что надо пройти. Там сильно по путям ничего не палится, так что проблем у нас не должно быть. Кстати, а мы можем подняться к нему наверх? Дальше уже все, дальше уже шифр Вольфганга. Мне там делать нечего, ладно, я понял, пошли. Дальше уже обычная рутина, кажись. Ну, если, конечно, можно попытаться зайти... О! Из женской спальни доносились тихие голоса. Стоит ли мне их беспокоить? Ну, давайте войдем. Почему бы и нет? А, да, это диалог с Руф. Кстати говоря, я не знаю, что было бы, если бы я пошел бы первый раз к Руф. Я не знаю, что бы изменилось. Но... Посмотрим. Давайте поболтаем, что тут уж. На кровати нижнего яруса сидела Хельга и Ру. Уходи! Ты больше о Дорис беспокоился. Нашей дружбе конец. Она принялась жестами выгонять меня, но я не шевелился. Руф, прекрати. Если бы Нима волновался о тебе, он бы сюда... Если бы он не волновался о тебе, он бы сюда не пришел. Где твоя хваленная логика? А может, он извращенец, как Ганс, и хочет порыться в твоем белье? Или теперь тебя интересуют трусы Дорис? Я сейчас тебе все отдам. Ой. Нормально такая. Интересная вещь, ладно. Она попыталась подняться, но Хельга надавила ей на плечи, усаживая на место. «Успокойся!» Руф нахмурилась и скрестила руки. «Валяй, чего тебе надо? С тобой все в порядке?» «Это какой-то намек? Не веди себя, как Яков!» «Это, кстати, да!» «Ну, прости уж!» Я посмотрел на Хельгу в поисках поддержки, а она только покачала головой. Я беспокоился. Разговор с Дорис получился очень эмоциональным. Еще бы. Дорис постоянно притворяется жертвой. Вот все и начинают ее. Все и начинают ее защищать. Это обидно. Я за правду и равенство. Наверное, тебе не стоит ее оскорблять. Это не оскорбление. Она в самом деле такая. Неужели ты не видишь? Мы с Хельгой удивленно переглянулись. Ты перегибаешь палку, причем очень сильно. Ров постыженно опустила голову. Она несла полную чушь. Вы сами слышали. Я просто вспылил. Я промолчал. Похоже, вразумить Ров могла одна только Хельга. Так сложно быть мужчиной. Надо постоянно держать себя в руках. Но моя горячая кровь все время бурлит. Но Дорис же в этом не виновата. Руф взъерошила волос. Я чувствовал, что внутри нее шла борьба. Я согласна с Нему. Давайте, валите все на меня. Я один виновен и в том, что мир рушится, и в природных катаклизмах, и в тупости Дорис. Хельга крепче обняла Руф за плечи. Ты знаешь, я всегда буду на твоей стороне и не желаю тебе плохого. Я тоже считаю, что Дорис не права, но у нее есть причины на такое мнение. Ты обошлась с ней слишком грубо. Руф почти ногтями скребла свою голову. Да-да-да, я извиняюсь. Надо учиться держать себя в руках, как обычно. Но Дорис сама виновата. Все время выдумывает глупости, а иногда делает такое жалостливое лицо, что хочется ей нападать. Хотя бы следи за языком.
Я понял. Кстати, Немо, скажи как мужчина. Ты чувствуешь во мне мужскую силу, а? Такие мужчины, как я, тебе нравятся? Я вскинул брови. Что ты несешь? Спрашиваю, как есть. Тут нечего стыдиться. Для мужчины это нормально. Ты просто не понимаешь, милая. Так что, Немо? Я улыбнулся и кивнул. Пусть будет так. Вот видишь, Немо меня понял. Потому что такие вопросы вполне приемлемы. Я такого же мнения о нем. Ты ничуть не лучше Дорис с ее причудами. Я что-то не так сказал? Хельга встала с постели. Я пойду. Она вышла из комнаты, а Руф протяжно вздохнула. Эх, Хельга такая самостоятельная. Не позволяет помогать ей. Даже прикурить не просит. А ведь я ношу с собой лучшую зажигалку. Дорис говорила, что ты раньше была другой. Все мы были другими, а с возрастом начали лучше себя понимать. Жизнь многому нас учит. Не хочешь рассказать об этом? Ой, блин. К чему тебе старые истории? Прошлому место в прошлом. Тогда и жизнь обретает новые оттенки. Ну, кстати говоря, тут неправда. Ты никогда от прошлого не сбежишь, Руф. И вы все это показываете своими переглядками и так далее. Кстати говоря, сколько сейчас времени? Извиняюсь, надо проверять, просто потому что иногда я могу заиграться, и опять выйдет 30 минут. Кстати говоря, сейчас последний диалог, и мы уже в следующей части займемся, ну, старыми вещами по поводу шифра Вольфганга. Уже будем его расшифровывать, если, конечно, к нам Яков не пристанет. Рука Руф легла на мое плечо. Если тебе интересна история о том, как мальчики становятся мужчинами, я все расскажу. Ой. Но не в этот раз. Сейчас я должен извиниться перед Дорис, а то Хельга окончательно во мне разочаруется. Руф растрепала мои волосы, по-дружески ударила кулаком в плечо. Мы вместе вышли в коридор, и она, насвистывая, отправилась на поиски Дорис. Ну что ж, ну давайте, я не знаю, пойдемте тогда в библиотеку зароемся. Пошлите в библиотеку зароемся. Кажись, я все нашел. Может поискать среди книг? Кстати, ну давайте сейчас, чуть-чуть. Здесь только карта. Так. В этой секции нет нужных книг. Опять провал, так это... Ничего подходящего. Тут... Здесь нет ничего связанного с шифрами. Ничего нет. Надеюсь, Оливер поможет отыскать нужную книгу. Он же часто здесь бывает. Попросить Оливера помочь с поисками книги по шифрах. О. Сколько сейчас у нас? Ну, я думаю, да. Мы на этом и завершимся. Да, серию стали чуть короче, но главные события мы успели запечатлеть. И честно, мне прям нравится. Мне очень интересно, я не знаю, проэкспериментирую, попробую первый раз пойти к Руф и перечитать переписку. Ну, точнее, ее диалог. Будет ли он отличаться от окончательного варианта, от которого сейчас мы лицезрели? Если нет, то, скорее всего, мои теории на то, что, возможно, будет еще путь и на какую-то любовную линию с Руф, будет полностью, кажись, растоптаны. Ну, как говорится, главное, одна хотя бы есть, один путь есть. Это уже приятно. С Дорис хотя бы вот есть такая штучка. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, критикуйте, говорите, что там со звуком. Это будет мне важно, нужно ли увеличить музыку или уменьшить. Уменьшит ли мой голос, если он слишком громкий. Вот. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord-сервер, вы можете ее копировать и вставляйте в поиск, так как сейчас мне YouTube обрубил возможность прям перейти по ссылкам. Переход по ссылкам у вас в описании к видео не получится теперь делать пока что. Так что такие вот дела. Ну и не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик,
чтобы пополнить нашу семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!